На Филиппинах с симптомами отравления госпитализированы свыше 400 детей. Они попали в больницу после того, как поели мороженого и кексов, которыми их угощали во время просмотра сказки. Полиция задержала 13 сотрудников местной образовательной компании. Их обвиняют в халатности. Это не первый случай массового отравления на Филиппинах. 2 недели назад около 2000 школьников в одной из южных провинций заболели после того, как съели конфеты. Выяснилось, что сладости были заражены стафилококком.